Ночной пожар в Одессе. Для жильцов трех домов улицы Радиальной Новый год начался с катастрофы. В результате попадания фейерверка в одну из крыш произошло возгорание. В итоге в огне оказались три стоящие рядом строения. Одесситка Ольга Вовк, 2016-й, встречала у отца. Сразу же после 12 ночи ей позвонили соседи, сообщив, что ее дом в огне. Помещение, в котором она жила вместе с братом и 6-летним ребенком, выгорело практически полностью. Женщина осталась без документов и крыши над головой. Шок просто. Сейчас. А там новогоднюю ночь. Без крыши, без ничего. Пока будем жить у папы, а там будет видно. Дом соседки Ольги Вовк, ее тезки и однофамилицы тоже пострадал от огня. Уничтожен второй этаж. В момент пожара женщина отмечала Новый год вместе с семьей. Выскочив на улицу, она увидела, что пламя распространялось очень быстро. Увидела уже этот самый огонь на крыше соседей. И мы уже выбежали все. Давай, пока мы вызвали этих пожарников. Ну, мы начали тушить, ну что, он быстро огонь. На нашу крышу быстро очень. Приезда пожарных ждали около получаса, рассказывают очевидцы. Тушить огонь помогали соседи. Лариса Багрина говорит, что сразу же после наступления Нового года она вышла на улицу, чтобы посмотреть на фейерверки. Но не успела и глазом моргнуть, как после очередного взрыва возникло пламя. 5 минут первого мы вышли, я чуть выше живу, там дом. И мы стояли на крыше и смотрели. И я не могла понять, вот так вот крутилась во все стороны, вот так вот. И тут в этот момент я поворачиваю голову, только что ничего не было, и тут эти языки пламени такие, и все. И мы тут, а невестка стояла рядом, она тут же начала звонить, тут же. В третьем строении пострадала только летняя кухня. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Жильцам сгоревших домов уже предложили размещение в гостинице за счет города. Обещают помочь и в восстановлении жилья. По восстановлению, конечно же, безусловно, вы же понимаете, сейчас новогодние праздники, все находятся где-то на каких-то отдыхах. Обязательно будет комиссия, которая составит соответствующие акты. То есть мы постоянно все это держим на контроле. Почему я сейчас это все фотографирую? Потому что все эти фотографии мы будем прикладывать. И город, безусловно, окажет помощь. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось лишь ближе к утру. Из-за большой плотности застройки была опасность распространения пламени на близлежащие дома. К тому же пожарных гидрантов поблизости не оказалось. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ.